Друзья, всем огромный привет! Вы на канале Марина Жукова. Очень рада вас приветствовать. Сегодня я к вам с коротким, но мне кажется, полезным видео. Если ваша духовка выпекает неравномерно, например, вы готовите выпечку, и низ у выпечки всегда подгорает, то есть простое решение этой проблемы. Я эту хитрость для себя открыла на даче. На даче у меня очень старая духовка. И вот если я там что-то сдобное выпекаю, всегда на дно духовки ставлю блюдо с водой, чтобы хоть как-то выпечка у меня пропекалась равномерно, чтобы низ не подгорал. Недавно, друзья, попробовала одну хитрость с фольгой, и теперь в этой старой духовке вся сдоба у меня пропекается равномерно. То есть золотистый и низ, и верх. Показываю, в чем секрет. Для того, чтобы блюда в духовке пропекались равномерно и низ не подгорал, я решетку от газовой плиты оборачиваю обычной пищевой фольгой. Решетку оборачиваю, ставлю ее на самый низ, а сверху ставлю блюдо, которое буду готовить. Сегодня у меня это пицца. Внизу фольга, сверху противень. Ничего не подгорит, все пропечется равномерно. Также решетка с фольгой мне пригождается, если я жарю утку, гуся. В общем, то блюдо, которое очень сильно брызгает жиром. Я тогда делаю так. В самом конце, когда уже убираю фольгу, то есть полностью блюдо у меня открыто, то есть я его уже запекаю, я противень с мясом ставлю на самый низ, а вот эту вот решетку поднимаю на самый верх и запекаю. Тогда все брызги попадают не на верх духовки, который очень сложно моется, а вот на эту фольгу. Потом фольгу просто выбрасываю, духовка максимально чистая. Пицца приготовилась, она пышная, румяная и не горелая. Показываю вам низ, он зажаристый, верх точно такого же цвета. То есть сдоба пропекается равномерно. Поэтому, друзья, если у вас есть с духовкой подобные проблемы, попробуйте решетку обмотать фольгой. Я вас уверяю, выпечка никогда не будет горелой, будет пышной и золотистой. Надеюсь, что совет для кого-то окажется полезным. В комментариях делитесь своими полезными советами, идеями. Все с удовольствием тестирую и лучшее публикую на канале. Всем спасибо за просмотр, всем пока!